В Славянском районе большое внимание уделяется ремонту и строительству важных социальных объектов. Еженедельно глава муниципалитета Роман Синеговский проводит выездные строительные планерки, чтобы на месте проконтролировать ход ремонтных работ, помочь в решении проблемных вопросов. В этом году сразу в нескольких школах Славянского района был проведен капитальный ремонт пищеблоков. Благодаря участию муниципалитета в государственной программе развития образования и поддержке губернатора на переоснащение школьных столовых из краевого и местного бюджетов было выделено около 23 миллионов рублей. Капитальный ремонт пищеблока был проведен в 23-й школе поселка Целинного, в 56-й школе поселка Рисового, 28-й школе станицы Анастасиевская и 8-й школе поселка Садового. В школе поселка Целинного ремонт пищеблока уже полностью завершен. Строители готовят его к открытию. Также к открытию в 23-й школе готовятся и два кабинета образовательного центра «Точка роста». Уже проведен ремонт классов. В рамках федерального проекта образования школа получит современное учебное оборудование для проектной и исследовательской деятельности учащихся. В рамках рабочей поездки глава района Роман Синеговский посетил и Петровское сельское поселение, где приступили к капитальному ремонту сельского дома культуры. Здание почти с вековой историей нуждалось в реставрации. Об этом просили и жители на сходах граждан. Администрации Петровского сельского поселения были подготовлены необходимые документы для участия в краевой программе ремонта учреждений культуры. В этом году средства были выделены, и подрядная организация приступила к ремонту. В настоящее время выполняется замена кровли. После строители приступят к ремонту внутренних помещений. Продолжаются ремонтные работы на стадионе в хуторе Бараниковском. Жители поселения обратились к губернатору с просьбой помочь с ремонтом здания, где могли бы разместиться раздевалки для спортсменов и тренерские. На эти цели были выделены краевые средства. Открытие после реконструкции этого спортивного объекта позволит улучшить материально-техническую базу в сельском поселении и даст толчок развитию массового спорта. А сам стадион станет современным, удобным и безопасным. Глава района Роман Синеговский дал поручение рассмотреть вопрос о проведении подобного ремонта и на стадионе в станице Петровской. Анна Монастыренко, Георгий Каренин, программа «События».